Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Божьев. Часто люди задают вопрос, как бороться с кашлем. На самом деле все очень просто. Существует два вида кашля. Первый кашель идет, мы кашляем, когда раздражается гортань, вот в этом месте, да? И тогда кашель вот отсюда. Здесь саднит что-то, здесь першит что-то, и тогда мы кашляем отсюда. Этот кашель убирается легко и просто. Это такое соднение, раздражение, как правило, связано с воспалением, с местным, со снижением местного иммунитета. Соответственно, он убирается чем? Сверху шарфик, тепло, чтобы расширить сосуды, чтобы пустить туда кровь. И внутрь каждые 15 минут чашка горячего чая с малиной. И так пару дней, все у вас пройдет. Весь кашель вас за эту ситуацию, за это время пройдет. Другой вид кашля, кашель, который идет из бронхов, из легких. Почему он появляется? Он появляется, потому что идет застой в бронхах. И именно этот застой, когда идет раздражение слизистой бронхов, и бронхи не могут его оттуда, вот это то, чем раздражается, идет раздражение, оттуда откашлять, вот его нужно просто убрать, то есть восстановить нормальный бронходренаж. Для этого есть упражнение, в йоге, кстати говоря, упражнение, о котором я уже неоднократно говорил. Нужно сделать максимальный вдох с подъемом рук как можно шире, то есть раскрыть грудную клетку по максимуму, да, и потом резкий выдох с ударом предплечьями по реберной дуге и с максимальным выдохом. Резкий вдох, надули как можно больше, и резкий выдох. И вот так вот сколько-то раз повторить. Это упражнение как раз и улучшает бронходренаж. Вот. То есть вот делая вот это упражнение, вы восстанавливаете отток из бронхов, и, соответственно, вот с его помощью вы уберете вот этот второй тип кашля. Вот и все. Две вещи, которые нужно сделать, чтобы не кашлять. Если вам этот ролик понравился и показался вам полезным, вы узнали из него что-то новое, то я предлагаю вам написать это в комментариях под этим роликом, поставить лайк, и можно подписаться на этот канал.